место в Московской области. Лес в треугольнике между поселком Белый Раст, ЖД-станциями Трудовая и Луговая. В здешнем лесу существует ярко выраженное блудное место. Рассказывают, что неподалеку было несколько встреч с Лешим. Говорят, что много раз видели непонятные темные силуэты. Слышится разное, видится страшное. И я решил отправиться туда, чтобы выяснить, правда ли все то, что говорят. Как же здесь мерзко, сыро, холодно. Нафига я сюда приехал? Уже лежит. Холодновато. В перчаточках. Ура, я в перчатках. Вот такие вот дебри меня встречают, блин. Куда идти-то? Сейчас я карту посмотрю. Ё-моё. Карту посмотрю и буду двигаться. Ветер так задувает. Идти далеко, да. Идти не близко. Я только вот зашел в этот лес. Ух ты. Как что-то скрипит здесь. Что? Блин, жуть-то какая. Страшно, блин. Но радует, я следов животных пока вообще не вижу. Их нет. Слышите, как ветер дует, капец. Причем, чем дальше я захожу, чем сильнее он дует. Ё-моё, уже кажется. Только зашел, а уже, блин, кажется. Ё-моё. Вот такое себе занятие ходить по лесу. Слушайте, вообще этот хруст вообще жуткий. Он вообще просто по кругу. Блин. С этим фонарем вообще особо ничего не видно. Надо, может, камеру другую достать. Так, куда идти-то? Ой, ё-моё. Так. Там вообще дебри. Там тоже дебри. Ни тропы нету, ничего нету. Вначале была тропа и закончилась. Какая-то тропа, я не знаю, чья это тропа. Люди там ходили. Или не люди. Главное не заблудиться. Хотя, сейчас-то что? Есть телефон, есть спутник.
думаю, выбраться можно будет. Если, конечно, это все не накроется. Телефон-то. То, что говорят про этот катуарский треугольник, это просто говорят. Сказать можно что угодно. Мы вот сейчас и проверим. С вами вместе, ребят. Ой, блин. Вот такое вот странное место здесь. Непонятное, если честно. Лежит вот так, лежат деревья. Просто как бы. Так, сейчас, друзья, я фонарь достану налобный, он помощнее будет. Все, ребят, фонарик достал. Сейчас как-то куда-то пройти нужно. Так. Я не вижу смысла. Так. Куда? Где посвободнее-то? Вот реально. Метров 100-200. Ну такое. Ю, бля. Фу. Да ну нахер. Не, ребята, вы не пугайтесь. Фу, это я пересрался что-то. От тени, от веточки, блин. Фу, аж ёкнул. Так. Блин, дебри. Один. Идиот. Ёлки-палки, идиот. Ой, из Достоевского. Идиот. Так. Ветки что-то ломались. Так, я иду дальше, нафиг ищу место, где лагерь строить. Я же не буду всю серию идти через лес, блин. Так, ребят, здесь есть поляна, но что-то она, конечно, такая. Тут деревья вон кривые какие-то, косые какие-то. Не знаю, поломанные. Какие-то вот такие вот странные, непонятные. Там не видно. На камере почему-то не видно. Так, вот, полянка есть. Здесь как-то все как-то непонятно все здесь. Не видно ничего на камере. Ух ты, елки какие-то начинаются. Красивые, зараза, елки. Просто смотрите, какие пышные. Блин, нифига себе. О, опа, нифига себе полянку нашел. Так. Фу, блин, ребят. Я запыхался. Я еще оделся так. Очень тепло. Жутко, люто и страшно. Ну, относительно. Кроме этих шагов, я что-то больше... Ну, ветки трещали наверху, на деревьях, это понятно. Ветер подул. Ладно, сейчас я буду
костер сжигать. Расставлю камеры. Пускай снимают, буду ждать что-то. Чего, не знаю, ребят, чего я буду ждать. Но ходить по лесу еще дальше вглубь я что-то боюсь. В принципе, могу и заблудиться нафиг. Поэтому... Все, ребят, сейчас включусь. Включусь уже, как... Расставлю камеры. Фу. Что-то, ребята, капец. Я только тут обрадовался, что здесь нет следов. Я просто стал, походил тут. Ну, походил я, потому что мне стало нахрен реально страшно. Посмотрел, куда ведут следы. В общем, показываю. Следы пришли оттуда, если вы видите. И я сейчас... Чего? Сейчас наглядно вам. Планом покажу. Блин. Короче, вот следы. Вот. Не хочу просто сбивать своими следами. Пришел, видимо, человек. Потому что следы, вот они. Я хочу сразу показать вам свои следы. Ну, чтобы... Не это... Сейчас. Вот мой след. То есть рисунок. Я не знаю, вам видно, не видно. Вот след другого человека. Вот они идут сюда. Если вы видите, здесь они заканчиваются. Блин, что-то мне стрёмно. В смысле, человек. Здесь они заканчиваются. Видно, идет. 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 Сюда. Ребят, я надеюсь, вам видно эти следы. Вот след. Вот след. Вот он идет. Сюда. Идет сюда, вот он след. След туда и сразу след обратно. Идет здесь. Он походил, потоптался. Вот. Вот. Сейчас. Вот следы. Блин, не знаю, ребята, видно вам? Не видно. Плохо видно, честно. Плохо. Вот следы. И ушел. Я уже здесь следил. Ушел обратно. И пошел он вот сюда. Вот следы. Идут. И ушел. И ушел. Здесь какая-то тропа, что ли? Ё-моё. Я на тропу какую-то вышел, походу. Но, судя по карте, я на месте. Ну, как на месте? Просто как бы все. Вот оно, это место. Варский треугольник. Можно будет попробовать сжечь с помощью коры березовой.
вообще. Издеваетесь, а? Да, ребят, без костра я остался, к сожалению, к моему великому, я не погреюсь здесь совсем. Ребята, ужасное состояние уже, костер не получилось развести, в общем, я решил так посидеть. Я не знаю, насколько меня хватит, ребят. Очень холодно. В плане не то, что мороз, а влажность слишком большая. Пробирает до нитки. Посижу, если ничего не будет, то ничего не будет. Долбался, ребята. Как же здесь мерзко. Сыро. Холодно. Нафига я сюда приехал? Кроме пары звуков и какой-то церкви, блин, которая, возможно, здесь где-то и есть. На краю леса. Не знаю. Все, тут больше нечего ловить, блин. Нахера я сюда, блин? Хоть сейчас ложись спать. Спустился жуткий туман. Нифига не видно на камере. Блин. В общем, что мне вам сказать? Я лично вообще ничего такого в этом лесу не увидел. Не услышал. Поэтому я могу сказать только одно. Ничего тут нет. Все, что говорят, все это просто говорят. Как обычно это и бывает. Не буду уж говорить о том, что говорят, что здесь видят НЛО, гуманоидных существ. Гуманоид. Эй, ребят, не, никаких гуманоидов тут точно нету. Темных силуэтов, не знаю, тоже не замечал. Поэтому, ну и нафиг, ребята, эти леса. Надо идти на заброс. Ну, а я буду выбираться уже отсюда. Потому что жуть, какой туман. Сырость. Ужасно. Чувствую себя очень плохо. Я, походу, простыл.
чего? Чего это такое? Что это нахрен? Блин, да ну нафиг, такая хрень сгорбленная.